фигурантки болотного дела, гражданской активистки, волонтеру Марии Бароновой. Всем привет! Сегодня, если честно, я с утра хотела выйти совсем с другой речью, выступить совсем другими словами. Я хотела рассказать о том, что очень важно иногда испытывать ненависть к тем, кто нас давит. Но, к сожалению, сегодняшняя ситуация изменилась, и сегодняшняя трагедия не дает мне сказать того, что я хотела. Наверное, сегодня не время. Но я вас очень хочу попросить сейчас послушать журналиста Олега Кашина, человека, который лично пострадал от этой власти. Просто послушайте его слова. Это самые важные слова, я считаю, за сегодняшний вечер. О патриотизме и о том, что для нас действительно важно. Спасибо.